Більше 20 волонтерок і благодійниць Дніпропетровщини отримали відзнаку президента України за гуманітарну участь в антитерористичній операції. З початку війни на сході України жінки постійно збирали і відправляли на передову провіант, ліки, одяг і спорядження для українських бійців, а також усіляко підтримували вимушених переселенців. Серед нагороджених – павлоградська організація Товариство Червоного Хреста України, команда волонтерок із Солоного, представниці громадської організації «Сила Дніпра». На Дніпропетровщині із 16-го року подібну нагороду отримали вже близько 500 жінок. Ну, с 14-го года мы все знаем, что у нас не было армии, как таковой у нас не было ничего, в принципе, начиная от одежды, еды, карематы, спальники, это все, что мы привозили им туда. У нас создана наша организация общественная, были открыты карточки специально под это дело. Все закупали по спискам, все отдавали согласно спискам. Последняя моя поездка была на 19 января, на крещение. Мы заезжали в больницу, там, где брошенные детки, соответственно, помогли сразу нашим военным, которые находятся в Торецке, в Бахмуте, и привезли обеспечение для деток. Для меня наградой больше всего будет, если у нас в Украине будет мир. Вот это вот реальная награда, потому что ну, для этого мы это все и делаем, чтобы, як кажуть, перемогти і допомогти.